Подъезжаю к пруду, на приборах показывает температуру 2 градуса на улице. Над прудом он стоит туманище. Их там, наверное, всех заволокло, палаток, наверное, не видать. Приехали, блин, на соревнования приехали, на траве ини, вся трава там замерзла. За рулем волшебный голодец. Вот сало. Ну-ка, сало. Тихо, чтобы никто не видел. Вот оно, сало. Сало выиграет. Сегодня сало победит. Даже если рыбу не поймают, все равно сало победит, да? Любого. Позвали заполнять заявки. Так, Фокс. Весы. Здорово, соперник. Товарищ. Кого? Кто кого купил? Вон она. Покажите мне палку. Эх, какая синенькая. Стилетто SL Rods. Хорош. Вот, каска железного человека. Офигеть. Усаться люди над моей палкой. Рядом будут стоять. Да нет, это старая китайская, блин. С Алиэкспресс. Вон чё. Форель. Так я, блядь, на окуне её взял. От плетёнка, блядь, 0,14. И вон, блядь, 0,14. Так, сальцом помазал. Сейчас салом надо смазать. Доставай сало. Сейчас смажем флюрик. Давай, реально смажем. Самое главное. Самый главный наш секрет команды сала. Это смазать вот поводок салом. Видите? Оп. Все отлично. Окунь будет кидаться теперь, блин. Сейчас покажу вам секретную приманку, которую сегодня выиграет. Вот. Скажи-ка. А я знаю ее, да. Это чемпион. Чемпион по окуню. Пензенской области. Здорово, парни. Здорово. Как же вас на камеру не снять таких самых лучших? Понравился. Раз мы ездили. Ну и что? Да ничего, судака одного взяли на 1400, но это не во время, ну утром, короче, не во время соревнований, конечно. Не в зачетное время. Ну и окуней, и все. Вечером клевал опять тоже, но опять же не в зачетное время. Ну понятно. Днем я не знаю, что будет. Щук, наверное, только надеяться на нем. На щуку. Ну да, до хрена поймали, так-то вроде говорят. Послушаешь команды, те поймали, эти поймали. Говорят, да. По факту. Да везде, говорят, ловили. И в этой зоне, и в той, и на мели, говорят, тоже ловили вроде. Так, Юрец тоже решил намазать салом поводочки. Давай, Юрец. Ага. Еще. Катушку надо маленько. Во. Все, мажем. Все, сало сбудет. Все, щеки намажь. Иди к сальца. Губы намажь. Так, вот сейчас ставим такой вот крючок небольшой на поводок. Блин, он у меня не умещается на поводок, короче. Так, приманку прикинем вот сейчас такой. А приманка подходит. Две можешь насаживать, Костян, две сразу сажай. Так вот насаживаем такой вот крючочек. Оп, вот так вот. А вот секретная приманка, обожайка. Будешь с чаем? Давай, что для сердца. Если взаимных вот, да? Претензий не будет. Профиш Пенза. Это кто у нас? Ты приехал. Здорово. Здорово. Чего ты меня снимаешь, что ли? Соскучился. Б. Здорово. Бухой! Мы как сало килограмм. Ага. Ты за салом подходи. Платки и мазы. Сало. Дальше, Александр, еще следующий. Я за всех, да? Да. Пиши там. Так, второй. Все, два. Ага. Еще раз. Еще раз. Не зря я тебя послал. Да. Вы хоть поменяетесь. Да. Так. Коновалов. Ну. Сало. Пошли, сало свисало. Пошли, блядь. Ты все на той стороне. А что ты не сказал, что ты дергать пошел нахуй? Я дергал, пошел. Вон, он мне доверил, я надергал, ёпта.
Итак, дорогие участники, рады приветствовать вас на чемпионате Пензенской области по ловле рыбы спиннингом с берега. Хоменко, Михайлов и Брученков. Просим их подойти к торжественному поднятию флага. Так, всего зарегистрировалось 47 человек. Это представители Ульяновской области, Мордовии, Самарской области, Пензенской области и есть представители Нижегородской области. О. Значит, из 47 человек мастера спорта 5 человек, кандидаты мастера спорта у нас 6 человек, перворазрядников 6 человек, второразрядников тоже 6 человек и представители третьего разряда 4 человека. То есть все формы у нас сегодня соблюдаются. Выдаем уникальность. Судака достаточно много. Чтобы его поголовье сохранить, приложить максимум усилий, чтобы его взвесить и отпустить. А если он не зачетный, то без сомнений сразу, конечно, отпускать. Сами знаете все, рыба такая нежная. Налетайте. Ложно, достаньте. Я так по кусочку хотел. Я так а ты прям обед завинтил. Здрасте, к вам можно? Ты где тренировался, там и встал, да? Мы же здесь щуку взяли, по-моему. От нуля хоть ушел. Хоть от нуля ушел. Красавчик. Ни хрена себе. Все. Давай, сюда. Расщепелился. Лови. Так удочку не смотри. Потом удочку. Кило 850. 5. Нет. 5. Кило 850. Все, отпускаем красавчика. Кило 800. Ушел. Вот это сало. Кило 850. Бля, смотри, на что влетел вообще. Кило 780. 80. Да 80. 70. Искусственное дыхание. Так, не умеет, она что-то повтыкать, тем более. Надо повтыкать. Здесь вот, какая глубина? Туда-сюда. Все. Вот так, туда-сюда. Да, а сейчас прям. Все. Что, надёрнул окунь? Да, вот вижу целый макро один. Макро окунь. Его даже не видать, блядь. Вау, вот это рыбина. Макро. Мы с вами окунем где-то в середине, ебать, вообще.